Всем привет, друзья! С вами снова Викс, продолжая играть в Mountain Blade. Сегодня, чем я займусь? Сегодня, наверное, я допройду квест с этого, как его называть-то? Я забываю вечно. Короля или, не знаю, ну, чтобы свое королевство, в общем, организовывать. Тут надо допройти квест, насколько я понял. То есть найти нужно будет Эпикратею, либо Арзагоса какого-то. Давайте Эпикратею. Будет какой-то чувак. Кстати, он недалеко. Это кого найти? Найдите истина. И встретитесь с ней, чтобы узнать тебе больше о знамени Нереция. Истина. Эпика. Ну окей. Туда, собственно, и направлюсь. Так. Я себе набрал армию небольшую такую. Ну, в 95 человек. И всяких лохов. Покачаю их. А, слушайте, у меня еще какие-то пленные есть. Ну, пускай. Пленные тоже не помешают. А, насколько вы помните, я в прошлой серии в битве против 90 моих конников против 300-сотной армии потерял много коней. Вот, поэтому теперь как-то не хочется терять. Поэтому покачаю вот эту молодежь, собственно. Вот. И направлюсь Эпикратею. Сейчас зима, тем более, какая-то. Так, а заодно, соответственно, и покачаю своих конников. Тут и пацаны, я так понимаю, хотят опять это самое войны устраивать. Ну, пускай, чё. Мне от них ни горячо, ни холодно, собственно. У меня сейчас другие планы. Гоп-стоп, например, вот этих бандитов. Но я не могу их догнать, они слишком быстрые. Сколько у тебя скорость? 3-4. А у меня сколько скорость? 4-6. Ну, я тебя должен догнать был. Скорость больше, чем у тебя. Берский бандит. Самое главное, если бы он не за... Чуть с глазами, мужик. Сдавайся, ублюдок. Ну, тебя автобоем. Тебя неохота лазить с тобой. Пацана возьму, покачаю. Так, и сразу пацанов качнул. Так, ну этих разбойников не буду, мне они нафиг не всрались. А вот этих вот я буду. Очень даже буду. Не, они убежали. Не по пути, так скажем. Повезло пацану, что он не по пути. А я пока пойду. Надо бы, потому что уже начинать свое королевство. Вот это вообще ништяк. Королевство надо свое создавать. Вот, а как создавать, если не дают? Так, ну этих я вручную буду атаковать, потому что ребята какие-то такие серьезные. Поэтому нужно вручную их нагнуть, да и покачать меч. Так, ну все стоим. Только лучники будут стрелять по усмотрению. И, наверное, вы отойдете, пацаны. Что за лаг? А что так мало лучников? Идут или стоят? Так, ну, пока те сиськи мнут формацию. Давайте, ну, двоечку. За щитами спрячемся. Так, ну, кони будут стоять, и что на добитие. Ждем, пацаны. А что за лаги-то начались? Вы ничего не менял. Ждем, пацаны, ждем. Не знаю. Вы хотите кинуться в ринуться в битву, но у нас мало лучников. Слушайте, они уже побежали. Фига себе, про лаги. Пацаны! Какой-то голодранец убегает. Давайте. Ну чё? Чё? Кто тут хочет? Unzake the bomb!
Давайте, пацаны, добить их. Так, так, рубаю, рубаю, рубаю. Тихо, стой, стой, стой. Мужчина, мужчина, стойте. Подождите, мужчина. Получите его, поебалу. Ты тоже... Чё такой? Неубиваемый, слышишь? Как бы не ушли. Сейчас, сейчас, я нарублю пацанов. Опа! Нашинковываем. Нашинковываем. Как бы не ушли, боюсь. Нормально так выкашиваю пацанов. Ты куда идешь? Куда идешь? Стой. А ты куда идешь? Молодой человек, подождите. Вы должны умереть. Сегодня не ваш день. Я сказал, не твой день. Ну эти ушли, ладно. Бывает, бывает. Сколько я нарубил? 16, неплохо. Я даже качал. Ну, бандиты, как обычно. Эти не качаются, ублюдки. Так, аравийский мамалюк. Ты тоже мне пригодись, а бандиты не буду брать. Толку от них никак хушного. Ну, называется, да, что вон те три, которые избежали. О, еще какой-то хер. Ну, кстати, морские такие прикольные пацаны, на самом деле. Ладно, не буду. Что за буренка стоит? Коровка? Так, тут какие-то еще бандосы. О, вот эти вот хорошие. Вот это прям, не знаю. Манна небесная. 33 бандоса. Ну и тут же, тоже вручную. Покачаю. В атаке. Не, ну а почему бы нет, собственно? Раз такая пьянка, дают твои. Все просто как бы... Ой, а тут надо это, походу, путешествовать. Тут какие-то места не столь это пригодные для сражения. И опять это лаги какие-то пошли. Не было же их. Пацаны, убивают! Чё хотят, сами не знают. Даже кого-то убил. Пацаны! Хоба! Ай-яй, закидывают, пидорасы! Вы чё, я? Попутали? Вы в кого камнями кидаетесь? В царя кидаетесь, ублюдки! Ты самый умный, да? Я смотрю. Ты меня кидался. Так, пацаны, они убегают. Кто меня кидался? Кто кидался? Ты кидался! Умри, ублюдок! Кто еще кидался меня? Ты кидался! Ты камнями кидался! Тебе повезло. Где я вас спас, тебя? Да что ж ты не убивайся? Ну, ладно, повезло, повезло. Я все равно меч качал. В этом мне вообще пофигу. И лук мне тоже, кстати, пофигу. А вот меч надо качать на скорость надо развивать меч. Мне там немножко остается, по-моему, если не изменяет память. Если он еще не качнулся. Ну да, 86, а мне нужно 100. Еще 14 докачать, и я мастер меча качну. Так, ну ладно. Где-то бегу не сюда, не с бандитами драться. Но задачка немножко другая. Совсем другая задачка. Вот в этот городок сходить. Можно, кстати, продать лишних. Давайте в таверну и продам. Эти грабители надо слить. Толку они все равно не качаются. О, кстати, вот этого пацана мы возьмем. И этого бродягу тоже. Бродяги неплохие. А вот этих всех нафиг. Готово. Так, и из армии, наверное, тоже надо грабителей стать. Ну ладно, это потом. Так, торговля.
Тут тоже надо что-нибудь слить. Вот это вот, что это за говно? Продать все. Аналогично. Тут тоже. Железная руда не надо, уголь. Тут я могу это в кузнице паковать немножко. Есть такая. Это же отдохнуть. Что ж ты будешь делать-то? Ладно, так, и что? Ой, истина. Нифига себе, бабенцы, вы видите? Пойдемте к истине. Надо было сохраниться. Я дурак. Я Викс, мое имя Викс, запомните его срочно. Я истина. Впрочем, вы, наверное, уже знаете об этом. Когда-то я обладала великой силой, но теперь, в любом случае, весьма любопытно, что вам от меня нужно. Что мне нужно? О, они умеют разговаривать, нифига себе. Я не знал, что у них есть даже перевод. Я полагаю, что у вас есть часть знаменитой икона Калрадиуса. If you can find the missing pieces, I'm sure I can find someone. Before I reveal that information to you, I need to know more about your intentions. Соберите части знамени. Активно задание, да? Я пока не знаю, как я им распоряжусь. Может, империя, может, нет. А теперь идем с тобой, это, возляжем. Истина, истина. Я пока подумаю. За тебя. Шея такой широкий. Нифига себе у них хибара, кстати, прикольная. Неплохой такой домик. Оп. Нет, тут у нее, это, я так понимаю, это у тебя кухня, да? Стол какой-то гигантский, да, печечка такая. Блин, слушайте, прикольная у меня кухня. У меня на даче и то, наверное, хуже, чем у нее тут. Гляньте, какая комнатуха. А где она спит? На втором этаже тут, что ли? А, нет, это выход. Это уже выход это из хаты. Я так понимаю, на диванах они спят, на этих. Сундуки. А что такое? Откройте! Откройте! Я тут хозяин. Ладно, буду хозяином, взломаю. Пойдемте в центр. Так, нам нужно какие-то эти собрать части чего-то там. Как-то там. Надо сейчас это задание посмотреть. Итак, посмотрим, что за задание. Познакомьтесь с истиной, да. Найдите истину и встретитесь с ней, чтобы узнать. Это я уже сделал. Соберите знамя. Вы должны собрать все части знамени дракона. Чем избавить свой путь? И где я должен эти знамена найти? Неизвестно. Так. Каким-то... Арзагос. Арзагос, нифига себе ты. Ну, пойдемте сюда. Теперь каким-то оленником. Может, там и знамя найду. Ну, кстати, прикольная у нее эта самая иконка. Так, Арзагос, Арзагос, Арзагос. Это какой-то там оленик. Вот это что-то, что ли? А, нет. Так, ну и эпикратею это убрать. Ага, вот сюда надо идти. Ну, погнали. Кстати, куда они музыку мою дели? Музыку верните. Ты чё это? Бандос. Нифига себе он бегает. Ты чё такой это быстрый? Слушай, ты это дело брось. Давайте вот это гоп-стопнем. Гоп-стоп, я подошел из угла. Он убегает. Он слишком быстрый. Ну и фиг с тобой. Буду сейчас за тобой бегать. Пошли сюда. Пацаны, через горы. Жертвы там хватает, да, 28 дней еще. Нам и сюда. Немножко сюда вот надо. По пути тут разбойнички какие-то тусуются. Можно их нагнуть. Давайте, объединяйтесь в один отряд. Будьте смелыми. Сражайтесь со мной. Че, я зря тут бегаю за вами, что ли? Опа, опа, опа! Убежал. О, фиг с тобой. Повезло тебе, мужик. Пойдемте к Арзагосу какому-то. Что-то мало разбойников на самом деле бегает. Это меня не устраивает. Вот там, давайте с Арзагосом поговорим.
О, слушайте, баба, я так понял, хочет это самое, империю, чтобы империя опять процветала, типа, стала сильным государством. А мужик, наоборот, что, типа, империи это плохие. Я, кстати, не знаю, с чью сторону выбрать, на самом деле. Ну, тут интересно, интересно. Почему не могу качнуть? Так, вы должны иметь навык дисциплины, чтобы обновить этот отряд. Что такого навыка вообще у меня не было. Никогда. Вот, отряд мой пополняется. Надо этих-то выкинуть, грабитель. Нахрена вы нужны? У меня сегодня, но дисциплины нету. Все, идите отсюда. Не хочу вас качать. Так. Секретия, о котором я сказал, Арагос, и возьмите следующий фрагмент знамени. Какое укрытие? Арагос, это какое укрытие, я сказал. А, во, вот оно. Так, надо сохраниться. Так, значит, ну я сказал про укрытие. Отлично, погнали. Напасть под палкой вам ночью. Я подожди, тут какие-то пацаны долбятся, отдашь на дашь. Подождите, уйти. Помочь крестьянам. Автобоем. Я спаситель крестьян. О. Буду продолжать конников качать. Слушайте, и неплохо так качнул. Неплохо я так помог крестьянам. И сколько отжал-то еще. Так, давайте нападем. Под покровом ночи. Всякие тут шушукаются. Атаковать! Срочно атаковать. Так, тихо, тихо, пацаны. Так, следовать за мной. Не спешите, не спешите. Это я знаю, эти могут напихать, кстати. Пацана подготовил. Стоять, стоять. Не рыпаться. Следуйте за мной. Блин, попал, ублюдок. Так, не спешите, пацаны. Подождите, не мешайте, не мешайтесь мне, дайте, возьму стрелы. Вот тупые. Стойте тут. Живы там хоть. Убейте это животное.
Так, у этого животного было это. Стрелы. Того тоже. Следуем за мной. Уважаемые. Их пока еще много. Так, сейчас надо этого стрелы отжать. О, колчан. Успел взять. Пацана срезали. Так, пацаны, я вам помог. Блин, зря лук это самое выбрал. Местный пахан хочет это поговорить со мной. Пацаны, пацаны, пацаны! Блин, как так убьет. Пацаны, убейте его! Он какой-то это матерый. Все, нормас. Я что-то это не готов был. К таким раскладам. Виктори! Ура! Нормально, и я так неплохо, кстати, поднатасался. Так, имперского, 10 этих, имперский крестьянин. Ну, давайте, а чё, качнём. Какого-то пацана моего сильно покоцали. Так, тебя я тоже беру. О, тебя обязательно возьму. Бродягу. Крестьян тоже возьму. Подкачаемся. Так, ну и чё? Знамя это самое. Я взял тебе, что нужно сделать-то? Знамя дракона. Так, прогуляться по центру в города, может быть. А, нет, давайте пока поторгуемся. Нет, всякого говна теперь набрал. Надо слить. Сапоги не очень. Так, ну кони само собой. Остальное мне и не надо. Так, ну что, давайте пообщаемся. А, не, он пока это... Не захотел, ладно. Так, значит что, надо идти к этой бабе опять. Ну, зайду, наверное, сначала к себе. Надо еще где-то знамя. Ну, второе знамя можно у нее, ей, например, сказать этой бабе, что хочу это. Типа того на этого. За империей. Может, она скажет, где искать еще знамя. Сколько тут бандитов-то, ё-моё, бегает. 2 отряда, 1, 2. Неплохо. Сдавайся или умри. Я вас атакую в это, вручную. В атаку! Нет, тут уже и лучники, точнее, это самое, и на конях. И лучники появились, кого только нет. Сейчас они побегут уже. Попал, нет. Ах, собаки. Да я к вам в спину, как обычно, зайду. Ё-моё, попадают. Коня убили! Сейчас меня убьют! Пошли в жопу! Убили. Подонки, подонки! Пацаны, отомстите за генерала! Меня срезали. Надо не соваться. За это я заберу вас все, все до последней капли крови. Еще и сделаю пацанов. Да, это я слишком был обеспечен, что так и ринулся. Ладно.
Я хочу купить еще какое-нибудь производство. Вот что мне еще хочется. Но пока так такового нету. Так, 23 дня еще мне могу бегать. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я там видел какого-то похорошего пацана. Так, стоп, 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 стоп. Что происходит? Что происходит? На наших этих нападают. Давай, пацаны. Ты чё, Совсем это опух. Слышь ты, бородатый. Ты чё, моя их этих крестьян тут гоняешь? Мы будем драться до последней капли крови. Я тебя сейчас обоссу просто. Я опущу в дерьмище. Еще будет тут это моих крестьян гонять. Совсем опупел, что ли? Где его, эта самая шайка-лейка? Так, пацаны, да давайте выйдем из леса пока. Кстати, а он силен, а он силен. Видите? Так, и давайте, наверное, щиты. Конники, сюда давайте. Подождем их. Давайте коней. Ой, тут уже это. Пришла пехота. Так, давайте, пехота. Ты чё, ублюдок, а? Ты же понимаешь, что ты не уйдешь мне. Вот уж пацаны побежали. Чё бы сурмане? В спину засеканул! Ты чё, Вот этот кусок. Пацаны, скинуть его. Срочно. И вот этих догнать. Чё шальной стайга? Пока не ушли. Думаешь, идешь, да? Получше подумай. Видишь, какие хитрые, да? Теперь ты мой пленник, ублюдок бородатый. Так, а твоих пацанов я возьму к себе. Во служение. Ибо мне нужно много, очень много. Армию, так как я собираюсь сейчас в скором времени предать свою королеву. Ну, не то, что предать, а отпочковаться от нее. Собственно. Потому что она мне не дает царства. Поэтому приходится прибегать к серьезным вопросам. Так, я хочу сюда идти. А мы воюем, да, получается, с этими? Ну и фиг с ними. Кстати, неплохую армию набрал. Так, я просто хочу тут это купить этот самый какое-нибудь предприятие. Что ты ему хочешь предложить? Так, давайте в центр города. Так, ну и что тут можно купить? Предельный цех, темница, маслобойня. Что за глюки?
Что это такое? Что это за глюк? Это дорога в никуда. Так, темница, укрытие каких-то этих. О, слушай. Собери ко мне это самое, моих спутников, давай, и встретимся с тобой тут. Пацаны, что тут заучить? Мельник. Что случилось? Что случилось? Что-то как это много народа. Кожевенная мастерская и маслобойня. Может, кожевенную купить? Пасный район. Да, давайте кожевенную мастерскую сейчас попробуем купить. Я просто не знаю, как это делается и вообще какой профит от этого, от покупки будет ли или нет. От каравана есть какой-то, ну небольшой, конечно. Ну все же. Так, где это ваша? Это вы кто такие? Горожанин. Так, вот она, кожевенная мастерская. Эй! Местный торговец! Ты что ли? В темноте не вижу. Мастерскую, да. Что ж, это будет 13 тысяч. Да вообще без проблем. Пивоварня, цех на производство бархата. Кузница серебряных деревьев. Вся шкура хорошая для всего, но в кожевенной мастерской мы получаем успехи. А вы уверены, что хотите открыть кожевенную мастерскую? Да. Ну и так, все, кожевенную мастерскую какую-то купил. И что мне дает это? Давайте выйдем. Я просто не знаю. Так. Итак, я в городе. Людей. Давайте в клане посмотрю, я не знаю просто. Жестокий. Я жестоким стал. Инженер. Так, ну это все равно не то, что мне надо, а войска. Это понятно, феоды. Другое. А, вот, смотрите, кожевенник. Цена продажи. Ежедневная плата 25. Что будет платить, да? Готово. Ну это просто я почему купил? Потому что этот город я потом себе хочу прихапать. Это вот следующий город, в который я хочу напасть. Вот, поэтому я, собственно, и купил. Так, ну я еще хочу направиться... Блин, как он по центру города? А, не то нажал. Хотел направиться к лорду, узнать, может, он что-нибудь знает. Хотя можно тут и вторую мастерскую купить, но я не знаю. Вроде где-то писали, что они ограничены. Ну, так это или нет, пока не в курсе. Так, ну все равно нужно искать вторую часть знамени. Не, жениться она не хочет. Ты чё, Слышь, мать! Я тут царь. Я потом захвачу ваш город и тебя... Это, сошлю в темницу какую-нибудь. Ладно, пойду к бабе к этой. Зовется это поначалу в этот самый... В свой город. Изгоняю к бабе. Кстати, а в своем городе я могу купить? Караван. Ну, караван я не догоню, наверное. Давай, ускоряйся уже. Будь мужиком, ускорься. Не настолько это самое. Разожаль, что не могут ускориться. Так. Чё продать-то? Топоры. Ушли. Щит какой-то интересный. 480. Ну, он тоже уйдет. С молотка.
16 защита, кстати. У всех нормально? Ну, в принципе, у всех, да. Да, так что этот плащ не годится. Все продать. Так, ну-ка я не буду продавать. На сколько? 11 тысяч. Так, я хочу у себя тут это самое купить мастерскую. Я тут же могу. Управление городом. Да, какой-то столяр есть. В своем городе я в этом и смогу купить-то мастерскую. Или это мой город, мне уже типа не нужно покупать. Вот же вопрос. Так, тут тоже есть кожевенник, параулок. Так, давай, давай. А, я же хотел еще подраться с этим в параулке. Так, собирай всех и найди меня. Все правильно, вот так вот. Фига, тут около города развились. Конюхи какие-то. Так, кожевенник. Блин, туда не пройти. Какая-то красная вода. Кровища, что ли? Чуки-то оборванцы стоят у меня, пацаны. Я хочу, чтобы у меня стояли элитные войска на это самое. На входе. У меня какие-то оборванцы стоят. Я так не играю. Кожевенник. Нет, кожевенник нет. Какая-то пятийная. Слушайте, а тут это самое не продается ничего. Таверна. А, вот, слушайте, маслобойня, ну-ка. Может, маслобойню это купить? Давай, 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 давай. Так, о, ты местный, это, торгаш. Стой. Мастерскую. Да. Ну и пусть останется. Маслобойней. Во, слушайте, купил маслобойню. Так, кожевенник. Так. Какой-то столяр есть, столяр. Просто еще есть какие-нибудь... самое производство, которое можно купить. Да, вот какой-то столяр есть. Давайте это укромное убежище попробую. Ух, нифига себе тут. Пацанов, вы все там бежите? Да, почти. Ё-моё, у вас пацаны. Нас много. Что здесь происходит? Я не подчиняюсь таким, как ты. Пацаны, кройте, кройте царя. Нифига себе, Ани, ты чё это в моем городе? Ты ещё мне будешь указывать, мразь какая-то. Первый город. Мне еще не собрались указывать тут что-то. Хитрожопые, да? Так, ну давайте клан посмотрим. Чё у нас есть другое?
Плюс 27. Маслобойня. Так, отлично. Давайте еще. А, управление городом. Значит, получается, тут есть маслобойщик, ткач и столяр. Деревьев, кстати, не так много. Ткач, может, ткача, может. Давайте ткача еще. А, ну прикольно, этот опасный район гоп-стопнул. Надо было сохраниться, блин, я это лоханулся. Блин, опять бежать. Так, ну больше драться я не буду. Потому что это дело такое. Блин, надо выйти. Может, это так можно. Ткач. Вот, давайте ткач. Сразу к нему портанусь. Че буду бегать по всей деревне? Так, ну это какой-то ткач. Не вот это вот. Ткач. Ткач. Это кто такое из братства? А, не. Это мой пацан. Маслобойня. Вижу одну только маслобойню. А чтобы это ткач кто-нибудь или еще был. Что такое не вижу. Ну и ладно. Так, в принципе, тоже неплохо. Что у нас тут есть? Пацаны, что у вас тут есть? Давай, ты тоже в мою банду на прокачку. Лесной бандит. Давай, а грабителя нет, грабителя продать. Ну, пока пускай тусуется. Так, а, паковать я смогу что-нибудь? Ковка. О, могу. Давайте железо. Ну и все. Уйти. Так, хотя не, почему уйти? Так, открыть тайник. Так, серебряная руда, железо, соль, так, железная руда, древесина, все, вот так вот. Получается, что у меня есть железная руда еще, у меня дофигища ее просто. Так, и древесины, из древесины уголь сделать. Все, готово. Так, и опять в кузницу. Давайте еще. Все, хорош. Потихоньку буду ковкой заниматься, прокачивать. Так. Начались выборы. Я хочу замок получить этот. Да, вообще пофиг, кто из вас получит. Хотя, да, давайте вот с этим. Пускай он получит. Бля, он не получил, покиньте. Ну и в рот вам ноги. Погнали сюда. Моя сила растет не по дням, а по часам. О, кстати, рота я тоже хочу захватить. И тут давайте это. Предельщик. Давайте к предельщику пообщаемся. Он мне сможет продать свой этот самый бизнес. Бизнес. Че, деньги есть, почему бы нет? Хотя, насколько этого нам известно. И окупится ли вообще? Текс. Так, ну предельщик, понятно. Так, кожевенная мастерская, пивоварня. Давайте в пивоварню сгоняю. Таверна. Лошадь. Давай. Ты чё, кобыла? Стой, мать твою, поехали. Поехали, пивка, ёбнем. Интересно, пьяный можно за руль лошади садиться?
Вот это интересный вопрос. Меня штрафуют. Тормози! Стой! Зорька. Только чё не слази? Слезай. Всё. Так, мужики. С кем можно пообщаться о покупке пивоварни? С тобой, наверное, да? Я хотел бы купить эту мастерскую. Да, я оставлю. Всё. Пивоварня. Теперь это моя пивоварня, да? Что-нибудь могу себе вообще сделать? Там, не знаю, бабла подкинуть в эту пивоварню. Только покупка какая-то. Так, есть еще... Ну, кузница... А, не знаю, кузницу можно купить, нет? Темница, укрытие за лорда. Да, да, давайте попробую еще кузницу прикупить. Купится она, нет? Еще какая-то кожевенная мастерская, но зачем мне две? Вот кузница интересно будет. Чего тут заставлено? Я смотрю, поцветаете, ленте. Рынок такой неплохой. Дыньки, яблочки, нифига себе, капуста. А что это такое? Как вы думаете, на что это похоже? Апельсины, что ли? Ну вот это апельсин, а вот это что такое? Персики какие-нибудь. Так, нет, а где это? Кузня, вот туда. Надо попасть. Можно будет ее купить? Пацаны, кто здесь главный? По тарелочкам ты, что ли? Заноза. Нет, не ты. Какие-то бандиты тут, понимаешь. Слушайте, а кузнец где? О, вот он, наверное. О, можно купить кузницу, давайте. Цех и надельный мастер. Так. Нет, оставлю кузницу. Все. Нифига себе. Я затарился, тут несколько производств купил. Ну и че, мой клан? Кожевник нормально, мы слабойщик. Кожевник сразу стал приносить прибыль, кстати. Плюс 92. Так, кожевенная, плюс 56. Гарнизон жалования. Ну, эти, наверное, еще нет. Не того на этого. Ну, что-то деньги у меня уменьшились, кстати. Если что... Хотя мне это пофиг. Сколько у меня тут уже отряд? Воины. 124 плюс 2. Два еще это. Хиляются. Так, торговля. Я никого же не гоп-стопал? Вроде нет. Так, ну мне... А, не, не торговля. Надо в этот зайти. Таверна. Надо продать этого ублюдка. Сначала грабителя продать. Нафиг мне нужны. И где этот? Прикиньте, меня отжали пацана. Не успел продать его, что ли? Наверное, пока я бегал, они это замерили. Ладно. Так, ладно, погнал я дальше к этой к тетке. Скажу, что я типа хочу это самое с ней закорешиться, все дела. Как тут пойти у вас удобней? В обход аж. Вот эти разбойники такие стоят, такие. А, мы ж не попали, это тут хренак и все. И все палево. Опа. Сдавайся, отребья. Я на тебя не буду тратить время. Просто гоп-стопно. И сразу такой кач. О, пацана на коне. А опять я конницу сделаю крутую.
Так, давай, бродяга, ты. Нифига себе, какой-то крутой чувак присоединился. Хочет. Хочет со мной закрешиться. Так, C17. Нужно подумывать о том, как бы это... Купить еще жратвы. Замок мне не нужен. Давайте к тетке. Тут сейчас сохранюсь около этой тетки. Там будет видно. Знаете, разбойники такие засели, такие, оп. Все, крутой мэн прошел. Надо это, спускаться с гор. Горцы. Так, сохраниться надо. Все, сохранился. Теперь давайте с этой истиной пообщаемся. Скажем, типа, тыры-пыры, да, я готов поднять знамя, все дела. Фрагмент. А, ну вот, собственно, да. Собственно, я с ней познакомился. Видишь, а, ну вот, все. И теперь нужно будет вернуть либо ей, и это самое за империю, либо ему, и неизвестно за кого. За себя родного. Так, значит, надо укрытие найти. Вон, вижу укрытие. Тут только рассвет как раз. О-о-о, можно этих копстопать. Бандосов. Пропердосов. Давай, догоняй его, догоняй. О, бля, пока бегал, уже стемнело. А, пацан тут тоже гоняет, кстати. Я отхилялся вообще полностью. А, уже рассвело, пока я бегал. Ну ладно, тогда ждемся. Такое вот укрытие. Бандитское. Ну все, можно атаковать. Так, подождите, пацаны. Следуйте за мной, но аккуратно. Слушайте, я не вижу. А, вижу. Блин, он со щитом. Вот больной ублюдок. Там сидит какой-то хер. Стоять! Кто пошли? Совсем что ли? Следуйте за мной. Без меня не это самое. Не рыпайтесь. Первый удар наношу я, потом что хотите, то и делайте. Видали? Как папка отыграл. Вот и все. Никаких проблем. Кто-то это получил. Так, так, не ходить, не так. Стена щитов. Вот так вот все. Спрятаться за щитов. Бля, меня сняли, вот ублюдки. Какой-то. Как так-то? Давайте тогда, сейчас надо похиляться. Пока погоняю разбойничков. Пока в отхил иду. Ох, нифига себе, тут неплохо так. 19. За это вот вы умрете, пацаны. Пока я хиляюсь, вот ты умрешь лично. Сейчас я вас гоп-стопну. Давай уже догони его. Ёпрасота. Не дай ему шанса выжить. Сдавайся, ваши братья убили меня. Поэтому вы умрете. И это не обсуждается, собственно. О, чувак на коне. То, что надо. Блин, а неплохой, слушайте, кач идет. Пацанов.
так к этому самому, к тому моменту, когда стану этим крутым крутышкой, получу свободу и стану свою это королевство буду как его делать. У меня уже будет неплохая армия. Давай, давай, гони его, гони, гони. Сколько? 59, нормально. Он бегает, прикиньте. Горный сайгак. Ну и все. Ты встрял, чувак. Это фиаско, братан. Не слушайте, быстро бегать все еще. У них, кстати, жратва кончается. Но я тут около городов тусуюсь, так что. Не страшно, я думаю. О! Давайте всей толпой! Вот он бегает, ублюдок. Никак не это самое, не хочет сдаваться. У него скорость не такая быстрая, как у меня должна быть. Я гоняю уже по всей карте. Ну и черт с тобой. Больной ублюдок. Просто жертва кончается. О, подождите. А вот этих вот грех. Не гоп-стопнуть. Притом я, наверное... Да, не отправлю войска. Грабители. О, пацаны. Решили раскачаться. Так, кто лесной бандит? Так, ну грабители нет. Так, и надо сохраниться опять. Все, напасть под покровом ночи. То это затянется надолго. Бить этих всегда приятно. Так, ну тут уже, наверное, никого нету, да? Поэтому сразу идем туда. Ну, слушайте, кто стреляет? Убейте, ублюдка. Они зарисались. Ну я подготовил, пацаны, их для вас. Назад, 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 не спешите, не спешите. Надо управлять. Ух ты, полетела. Массово их тут порешали. Давайте, давайте, стоять. Пацаны, я крою сзади. Давайте, 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 рубайте его, рубайте, ублюдка. Так, бежим дальше. Давайте, давайте. Не ссыте. Я сзади вас прикрываю. Так, сейчас последних остается убить.
вон там какой-то перец сидит. Еще спит тут на пасту. Ты че на пасту спишь? Совсем попутался. Вот и запарил. Пацаны, а убейте его нахрен. Ну этого тоже убить. Не хочется опять засыпаться. Ну тут теперь главаря осталась. А нас больше. И мы в тельняшках, хоть и коцаны. Драться дашь на дашь, я с тобой не буду. Я коцан. Чё? Не попало по мне. Ну я один раз ударил. Мне это зачтется. Или нет. Так. Слушайте, их возьму. Так, конник. Опять я конницу сделаю. Такую неплохую. Так, многобитель не буду. Так, ну все, теперь можно возвращаться к Вабе. И сказать, что я все сделал. Я выполнил ее задание. У меня, кстати, перевеса пока нету по войскам. Нет, нету. Жратва откуда-то нарисовалась. Давайте, давайте, чё тут, а? А, засали все. Ладно, хрен с вами. А, ну, то есть, если я сейчас это скажу, то я буду это, за империю. Я сохранюсь отдельно. Так, я решил Арагосу все-таки сдать этот квест. Или Арсагос. Я собрал все части, да, отлично. А вот когда вы развернете это знамя, и люди увидят то, что, как они думали, было давно утрачено, это произойдет сильное впечатление. Очевидно, что вы были выбраны небесами для великой цели. На моих глазах рождается новая легенда. Позвольте мне вас назвать лордом знамени. Так, давайте обсудим возможный способ уничтожения этой проклятой империи. На мой взгляд, у вас есть два варианта. Создать свое собственное королевство или поддерживать существующее. Как мне основать собственное королевство? У своего королевства вам нужно выполнить определенные условия. Ваш клан должен быть независим от любого государства. Ваш клан должен быть выше. Вы должны собрать достаточное количество людей. Наконец, вы должны владеть поселением, которое не является имперским. Найдите меня, когда будете готовы. Вы должны присоединиться к королевству, которое вы хотите поддержать, поговорив с лидером. Мои информаторы сообщают вам, как только вы пообщаете свою поддержку. Так, ну в общем мне что, друзья, нужно выйти. А если я выйду сейчас, на меня пойдут войной. Королевство. Нужно что сделать? Нужно что? Я планирую. Натравить свое королевство на всех этих самых, стравить со всеми, объявить войны, попробовать. Влияния хоть и не сильно много. Но сейчас можно повоевать, кстати, набить влияние и попробовать стравить с остальными королевствами, чтобы они воевали, и потом хренак их кинуть, и все. И захватить сразу город вот этот. Ну, нужно собирать войском. В общем, сейчас тогда буду собирать войско. Ну, точнее, в следующей серии я буду воевать и собирать войска. А потом я объявлю свое королевство. Ну и все. Собейте с нами дракона. Это есть такое. Количество войск 100. Быть независимым кланом. А, ну, собственно, я могу стать независимым. Вот, то есть у меня все есть, чтобы создать антиимперское королевство. Остается только это. Ну, вы поняли. Разорвать отношения. Ну я же пробовал, просто я к чему это? Я пробовал разорвать отношения, да, то есть и на меня сразу королевство мое пошло войной. То есть просто так нельзя уйти. Нельзя взять вот так резко и уйти. Поэтому надо иметь в виду. Кстати, я посмотрел клан, и мои эти самые начали приносить колоссальные средства. Кстати, кузнец очень много приносит. Поэтому я думаю купить еще в этом городе
Так, кстати, в кузнице могу поковать что-нибудь. Да, кстати, могу попробовать. Пойду еще куплю тут кузницу, если тут можно. Хотя мне тут и не нужно. Ротая. В Зионику пойду, наверное, там куплю. Так, ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. В общем, основной квест я, получается, выполнил. Вот. То, что надо, я как бы сделал. Знамя дракона я собрал. Вот. Пообщался с этими товарищами. Со всеми, вот. Не забывайте, как обычно, подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, ну и заходить на наш сайт, друзья. Всем будем рады. Всем удачи, друзья. Всем пока.